А вместе с тем, эпидемия гриппа и ОРВИ в Югре официально пока не объявлена. По последним данным Роспотребнадзора, на территории автономии регистрируется заболеваемость, превышающая среднемноголетнее значение. Но пока она сохраняется на неэпидемическом уровне. Так, по информации, представленной на сайте ведомства, заболеваемость в округе ниже недельного эпидпорога почти на 21%. Среди пострадавших от острой респираторной инфекции без малого 80% детей до 14 лет. В больнице округа госпитализированы 80 человек. По словам специалистов, единственной эффективной мерой защиты против гриппа является вакцинация. Вакцинация, она, нужно здесь тоже помнить, что она не исключает заболевание гриппом, но вакцинация, она способствует, что если человек заболевает, то это заболевание протекает в легкой, не в тяжелой форме и, конечно, исключает развитие осложнений.